Не успели поклонники фигурного катания олимпийского чемпиона Романа Костомарова порадоваться тому, что его вывели из комы, и состояние улучшается, как поступили новые тревожные новости. Стархит написал, якобы фигуристу после продолжительной реанимации придется ампутировать конечности. И привели при этом ссылку на собственный источник в больнице. Роман уже в сознании, но пока не разговаривает. Супругу его Оксану пускают в палату только в сопровождении врача. Все вроде стабильно, но сейчас у Романа обнаружили процесс отмирания конечностей. Многие пытаются спасти всеми способами. Хоть шансы невысокие, вот пальцы на руках, возможно, придется ампутировать. Цитирует сайт своего источника. Напомним, Костомаров поступил в больницу 9 января с подозрением на пневмонию. В срочном порядке его перевели в коммунарку в реанимации, где он находится до сих пор. Роману Костомарову 45 лет. В паре с Татьяной Навкой он стал олимпийским чемпионом в танцах на льду. А мы желаем скорейшего выздоровления Роману Костомарову.